Ну что, всем привет. Сегодня я приехал поохотиться на змееголова. Буду ловить вот в таких вот кушарах, зарослях. Ну, приехал сюда со своими знакомыми. Они вечером уедут, а я остаюсь здесь до утра, ну или не знаю еще насколько. Если вы видели, не знаю, показал я или нет. У меня машина забита полностью вещами. Я уехал не на один день. И в принципе хочу здесь порыбачить, а потом отправиться на какую-нибудь еще другую рыбалку. Хотя будет видно, может быть и здесь я где-то сейчас найду места, где можно будет другую какую-то рыбу ловить. И на удочку, и так далее. А пока змееголов. Давно не ловил, соскучился. Хочется попробовать уже наконец-то змея потаскать. Ну, поздно, правда, приехали. Особо активности не видно никакой. К вечеру должен вроде бы он зашевелиться. А так посмотрим. Завтра с утра, может быть, половим нехило его. Так, ну чё? Надо пробовать начинать. Фрикцион здесь, наверное, не нужен. Потому что надо делать подсечки мощные. Сейчас поплыву искать окошки. До тех кушаров везде сплаваю. Так, это что за звук был такой интересный? Посмотрим, что из этого получится. Конечно, на змееголова очень интересная рыбалка. А вообще змея слышно. Слышите такие щелчки? Это вот именно змееголов. Такие звуки издает. Надо постоянно вот так по сторонам смотреть. Если где-то есть активность, то туда сразу же. О, Дэн поймал кого-то. А здесь сейчас я почему остановился? Здесь сейчас была активность. Вот он, видите? Ходит змей. Он там тоже плещется. Кушарах. Кого он там? Поймал змееныша. Ну, здесь окошки есть. Вот сейчас я их буду пробивать. Но пока ни одной атаки не было. Сейчас, может, у Дэна возьму лягуху его производства. Там у него крючки, получается, сзади лягушки.
И когда змей хватает ее, то она сразу, короче, засекается. Не надо там выжидать чего-то, как на этой лягушке. Блин. Здесь малька, конечно, хватает. Вот змей здесь и кормится. Опа, атака. Не могу понять, взял он или нет лягушку. Не видно, солнце очень яркое. Надо будет сейчас сплавать, очки одеть. Эх ты, нет. Ну вот, наконец-то я добрался до этого заливчика. Долго я сюда плыл. Сейчас посмотрим, что здесь есть. Вот такой вот небольшой заливчик. Думаю, здесь змееголова. Опа. Они больше шугаются, чем хватают лягуху. Сейчас я на него прям попал. Он шуганулся. Не знаю, взял, не взял. Один атаковал, короче, лягуху. Ух ты, блин, ничего себе, нормальный был. Видели, как блесканулся. Но он ударил ее. Затащил под воду. Вся воды набрала полная. Заинтересовался, но не берет. Опа-на, еще один. Вот здесь бы прям клюнул посмотреть, как это происходит. Блин, смотрите, да их здесь целая тьма. Блин, ветер не дает нормальный заброс сделать. Все летит не туда, куда я хочу. Змееголова здесь хватает, конечно. И довольно крупные есть тоже. Вон оно. Двигается, двигается. Давай, бери. Увидели, взял. Или не взял опять. Если потянет, значит взял. Ничего себе, их здесь плещется. Ничего себе толпа. Тянет, да, по-моему? Да, леска натягивается вроде бы. Ух ты! Ничего себе! Ну, хотел подсечь бы, что поделаешь. Тянет, тянет, тянет. Есть! Наконец-то, блин! Я его все-таки соблазнил. Долго я сюда кидал. В одну и ту же точку. О! Вот такой вот нормальный змей. Приличный такой. О, зверюга. А, задрожал, задрожал. Задрожал змей. О, какой. Красавец. Красавец. О. Ну, наконец-то я его уговорил клюнуть. Не хотел ни в какую. Зубастик. Блин, если он сейчас дернется, уйдет, это точно. Скользкий капец. Оп. Ну, я его отпущу. Потому что я здесь буду еще до завтра.
как бы не хочу их держать в садке и так далее. Ну, еще неизвестно, куда я дальше двину. Может, здесь и не останусь. Поэтому пока буду опускать. Но если что-нибудь, конечно, покрупнее клюнет, я Дэну отдам. Он сегодня домой уезжает. Так что ему можно будет отдать. Ну, это такой нормальный, конечно. Ну, не прям гигант. Взял змей. Опа! Ух, ничего себе! Опа, сошел. Блин. Ну, не крупный был. Причем он так атаковал еще, интересно. Несколько раз. Бах, бах, бах. И потом еще, когда схватил, ну, я ослабил леску, чтобы он заглотил. И он еще вот так вот, короче, дергал, дергал. Интересная поклевка. Сошел. Вот уже вот этот такой злой, короче. Прям 100% ловится, который. А не вот это то, что просто стукнут и уплывают. Этот прям напал так жадно. Давайте проплывем вот здесь, где они стоят толпой. Посмотрим, что будет. А то, может, я уже всех расшугал их здесь. Что-то плещется. А вон они мелкие, змееголовы плавают. Прям целая куча. Вон, смотрите. Вон, рябь пошла по воде. Мелких прям полно. А он и покрупнее. Не хотят они. Вот он. Вот еще один. Короче, их здесь тьма. Но уговорить на поклевку, блин, очень сложно. Вон он пошел. Вот с этого окошка я вытащил змея. Вот здесь вот он стоял. Вот он стоит. Вот он, видели? Блин, не знаю, наверное, на камеру не видно. Ну такой. Не самый мелкий. Блин. Сходу поклевка. Не успел даже камеру включить. Короче, поставил белую лягушку. О, видели, еще один. Думаю, пора сменить бы хоть что-то. Только поставил белую лягушку. Заброс и сразу же поклевка. Даже проводку не делал толком. Только лягушка упала, сразу ударил. И что там? Ух ты, хороший. Хороший змеёныш. О, какой. Ну-ка, давайте-ка его вытащим. А, блин. Ну такой, это уже приличный. О, какой зверюга. Травы насобирал, конечно. Блин, и трава-то такая прочная. О, хороший. Это нормальный экземпляр. Вот говорю, только сменил лягушку вот на такую белую. Сразу поклевочка.
Правда, разворотил он ее мне. Прям на нет. Так, ну-ка давай на тебя посмотрим. О, какой! Ё-моё, пасть зубатая. Гадёныш не дает даже подержать. О, какой зверь. Да что такое? Ну, скользкий, конечно, он вообще жуть. Смотрите, сколько у него зубов там. Обсильная пасть. Вот он сжимает, я не могу разжать. О, сколько зубов там. Вот такой вот зверь. Да блин. Ну что, заберем его, Дэну.
Двинул я, в общем, дальше. Весь закутался. Сейчас самое пекло. Часа два сейчас где-то. Сидеть просто так тоже не хочется особо. Сейчас пару часиков покидаю. Там мелкий змееголов. Ух ты, блин. Вон там вдалеке мелкий змееголов стоит. Играется с лягушкой. Я ее уже там потихоньку дергаю. Он подплывает к ней. И, короче, ее туда-сюда просто толкает. Чисто играется. Ну, ни в коем случае он ее заглатывать не собирается. Хотя, кто его знает, сейчас, может, доиграется. Вон, видели? Ну-ка, может, взял все-таки? Да, вроде бы тянет или нет? Непонятно. Взял или не взял? Есть! Да, слетел, ё-моё. Видать, плохо ее заглотил. Долго он ее мусолил. Ну и змей такой неплохой был. Это не тот, который игрался, видать, мелкий. Какой-то покрупнее взял. Не прошил я его. Вроде бы и крючки чуть-чуть отогнул. Он сейчас не засекся, он просто болтался, получается, на этой. Ну, он рот закрывает, змееголов. И, блин, фиг он его откроет. Ты его уже тащишь. Даже он там не на крючке сидит, а просто он лягушку во рту держит. И не выпускает ее. Потом, единственное, когда он из воды выпрыгивает, он рот, видать, открывает. И выплевывает лягушку. Ну, по крайней мере, поклевывает. Хоть по жаре, и то поклевывает. Есть. Блин. Выплюнул. А, чертовы эти китайские лягушки. Вот он здесь тоже сыграл. Змеёныш. Так, ну чё, вечерний заплыв. Время 6 часов. Не знаю, если выдержу часов до 8 хотя бы, порыбачу. Посмотрим сейчас. Рыба вышла из камыша, нет. Там вон дождь мимо проходит. Может быть, и зацепит сейчас. Ну так классно, уже чуть попрохладнее стало хоть. А тут такое пекло было. Жесточайшее. Сейчас буду другие насадки пробовать. Дениска мне сделал подгон.
как обычно. Вот такие лягушки собственного производства. Это он сам делает такие и на продажу, и по-всякому. Прикольные, да? Здесь что хорошо, он сразу хватает. И здесь крючок сразу, ох ты, блин, открывается. Ну, не надо ждать, пока заглотит или еще что-то. Поэтому сейчас я вот эту вот буду яркую пробовать, так как уже вечереет. Ну и вот такие вот он тоже делает ратлины различные. Вот такие мелкие, там на форельку и так далее. И вот такие вот жереха ловить. Красота, да? Вообще обалденно, короче. Конечно, сделаны вообще они классно, четко. Вот это вот он сам все делает. И мне нет-нет подгоняет на пробу. Спасибо ему за это. Кому интересно вот такая тема, я оставлю Дениса канал в описании под видео. Он тоже снимает видосы, как он ловит вот на эти свои снасти. Ну, он в основном ловит жереха и змееголова, специализируется. И на них же снасти делает, короче. И сам же испытывает и показывает в видосах, как он ловит на них. Зайдите, посмотрите. Там можете в Инстаграм потом перейти, посмотреть, что он делает там. Вообще, конечно, грамотные. Но у меня есть уже такие ратлины. Он мне уже подгонял. Чуть-чуть другого вида. Жереха косят, конечно, они не слабо. Уже испытывали, как бы. Есть видео у меня на канале, где мы жереха косили на его ратлины. Так что всем советую. Стрекоза затонула. Вылезти не может. Опа. Эй, дура. А, ну у нее крылья вон все побитые. Не знаю, что с ней случилось, но крыльям ее хана. Обсохнуть ей надо. Вот такая вот огромная. Глаза такие. Надо ее куда-нибудь пересадить. Мне, блин, делами надо заниматься. Давай сваливай. Вцепилась. Все, меня не хочет отпускать. О, вот там сиди, обсыхай. Интересно, это она об воду так крылья побила. Так, что-то вообще тишина. Погода меняется. И прям вообще не видно змея. Если я до этого сюда заплывал, он здесь плескался в полный рост. Сейчас вообще не видно. А может, и сами уже расшугали. Плаваем здесь толпой туда-сюда. Ну, ветер, конечно, блин. Парканулся в камыш. Потому что невозможно, сносит. Сюда швырять по всем сторонам. Ух ты, блин, дернул. Но он как-то странно дернул, очень быстро так стукнул и убежал. Интересно, резинку стянул он, нет, с крючка. А то, может, укололся, да? Ну вот он, говорю, здесь сразу слетает резиночка. Но все было молниеносно. Я даже среагировать не успел. Видимо, укололся. Ну что хорошо, что эти лягушки воды не набирают. Это прям огромный плюс.
Время 6 утра. Решил встать пораньше. Но по итогу пока туда-сюда собрался. Уже и солнце вышло. Моторки раскатались прямо здесь. С самого утра я не думал, что они так рано здесь будут рыбаки раскатывать. Это, конечно, нехорошо. Они как раз через мой тот заливчик плавали, где я ловил вчера. Так что не знаю, даже смысл сейчас есть туда плыть или нет. Камыш трясется, кого-то я уже шугнул. Так, ну вроде бы облака на небе. Может начаться ветер. Поэтому надо поспешить с рыбалкой, пока вот так вот еще спокойно довольно-таки. В общем, сейчас буду пробовать. Взял с собой весь арсенал лягушек. Я не знаю, просто после моторки стоит здесь вообще ловить, нет, или вот туда поплыть. Потому что если рыба и шугнулась, то, наверное, в ту сторону ушла. Вот здесь змей гоняет малька. Может быть, удастся его соблазнить на поклевку. Сейчас попробую. Вообще, думаю, сейчас поплыву на берег. Дождусь, когда лодочники вернутся. Потом еще немного подожду, чтобы все успокоилось. И тогда уже заплыв сделаю. Потому что так, наверное, смысла нет, я думаю. Если они сейчас начнут возвращаться. Опа! Взял. Нет, не взял. Не тянет. Или взял. Есть. Подсечка, правда, получилась невнятная. Но змей есть. Ему стоит рот открыть, и он уйдет. Вот почему он этого не сделает? Он даже не просекся нормально. Он просто сейчас висит. На это. То, что рот у него закрыт. Только за счет этого он висит сейчас. На лягушке. Ну-ка, иди сюда. Посмотрим на тебя хоть. Блин. Да тихо ты, блин. Ну такой тоже неплохой. Не знаю, сколько в нем. Давай, блин, никогда не покупайте подсак вот с такой крупной сеткой. Везде будет застревать. И все в ней будет застревать. Да, прикольная, да, рыба? Мощная, полностью весь хвост, плавник идет. Вон какой ширины. Но при поимке особо не сопротивляется. Как ни странно. Больше вся ее мощь рассчитана на резкий бросок. О, я же говорю, рот открыл и все, сам сошел. Вот такой вот зверь. Красавчик, да? Скользкий такой. Ну-ка. Да блин. Только в горизонтальное положение ставишь, сразу начинает дергаться.
А пока в горизонт не поставишь, вот так вот не дергается. Ну-ка распрямись, хоть посмотрим на тебя. Ну такой вот. Давай только по-тихому, блин. А, уже нормально. По крайней мере, хоть что-то. Ну и то, если б я его не увидел, я бы не знал, куда бросать даже. Хорошо, он прямо сейчас передо мной здесь плесканулся. За мальком прыгал. Ну, на лягушку тоже пошел. Блин, сошел опять. Да что такое? Не получается никак засечь. Лодки плавают туда-сюда. Погода меняется постоянно, непонятно. Сейчас я собрался и поехал в следующее место. Хочу поехать половить на поплавок. Вообще собирался поехать на судака, но на судака не получится ехать, потому что погода непонятная, а туда ехать далеко, и если начнется ветер, то там не порыбачишь, как бы просто так зазря туда-сюда смотаешься. А на поплавочку можно, сейчас поеду на заливы, там где-нибудь на лодке выплыву, встану и попробую порыбачить, посмотрим, что из этого получится. Взял пару удочек. Ну, спиннинг с лягушкой тоже взял на всякий случай. Потому что змей здесь тоже плавает. Хочу посмотреть, какая рыба сейчас есть в заливах. Есть ли она вообще здесь сейчас. Сюда временами то вобла стаями прям заходит. То карась, то лещ. Надо смотреть. У меня есть и червь, и опарыш, и кукурузу взял. В общем, надо пробовать. Сейчас хочу начать оттуда, с центра попробовать. Вообще буду искать, где нет волны, чтобы нормальный поплавок видать, и чтобы не сносило. На якорь особо вставать не хочется. Но здесь много заливов, туда-сюда. Я сейчас попробую сперва вот здесь, а потом буду двигаться. Ну там уже дальше отмель идет. Вот в те части буду двигаться. Там поплаваю, поразведаю. А пока вот здесь на траве по центру засяду. Надеюсь, там ветром меня не снесет. И попробую вон там, в том заливчике. Посмотрю, водится ли кто-то или нет. Может, и змееголова поймаю. Змей есть. Мелкий, правда. Но вот здесь в этих заливах обычно мелкий водится. Почему-то не знаю. Крупного никогда здесь не встречал. Вот на прошлой рыбалке, где рыбачил, там крупного полно. А здесь нет. Решил вот здесь вот встать. Вот там вроде бы дальше нет водорослей возле дна. И вот здесь вот тоже нет. Но, блин, ветер начался. И сносит. Надо будет, наверное, поискать якорь. Все-таки на якорь вставать. Потому что ветер только усиливается. Будет сносить, конечно. О, собака плывет. Ничего себе. Куда это она собралась, интересно?
плаваю. В общем, смотрю места, где какая глубина, чтоб травы не было, потому что практически все здесь заросло травой. Сейчас туда вверх сплаваю, посмотрю, что там творится. Здесь сейчас попробую змееголова. Может быть, кто клюнет. Вон, там есть он. Вот он тоже есть. Сейчас попробуем. Пока погоняю. Я, в принципе, знаю одно местечко, куда уже можно встать. Сейчас пойду я там. Все равно еще не вечер. Время есть поплавать, поискать место. Сейчас змееголова погоняю, и там есть одно местечко, встану. Там получается прям на центре. Там небольшой какой-то островочек есть. Туда привяжусь, если что. Есть. Блин, хорошо дергается. По итогу рыбалка началась со змееголова. Ё-моё. Ух ты, хороший, слушайте, ничего себе. Нифига себе. Он сейчас сойдет. Еле зацепился. Ё-моё. Нифига себе. А я говорил, что здесь только мелкие. Так, но я не готов к этому. Я ничего с собой не брал. Ё-моё, какой кабан. Я боюсь за леску брать. То, что если он дернется. Ёперный театр. Ни хрена себе. Нифига себе я вытащил. Ёперный театр. Вот это да. Ну чё, как думаете, забрать такого? Ё-моё. Да это ж... Охренеть, а я говорю, здесь маленькие змеи только водятся. И всё такое. А здесь вот такой вот малыш. Ё-моё. Ну и что мне с ним делать? А? Кто скажет, что мне с ним делать? Отпустить? Или забрать на котлеты, а? Фу, вот это зверюга. Так, ну я не за змеем сюда приехал. Я приехал сюда совсем за другой рыбой. Поплыли, отвезу его на берег, в садок посажу. Потом подумаю, что с ним делать. Потому что вечером все равно домой поеду. Можно будет, наверное, забрать, да, такого? Ничего себе, ты ж сколько он весит. Мы даже его взвесим там на берегу сейчас. Нифига себе. Вот это кабаняра. Ну, он может выпрыгнуть, правда, по дороге у меня. Ну, выпрыгнет, выпрыгнет, ничего страшного. Ой, блин. Крупные, говорю, не водятся. Ну-ну. Блин. Вот он сильный. Смотрите, ну это трешка точно. А больше я даже не знаю. О! Ну порадовал. Речи нет, порадовал. Сейчас мы его здесь приземлим. Пусть тусуется. Так, ну на змея я порыбачил. Мне бы теперь на поплавок половить нормально. Сейчас пойду попробую. Ну вот, я приплыл на этот островок. Здесь вроде бы нигде нет травы вокруг.
Здесь чуть-чуть и все. Сейчас определюсь, где именно ловить буду. И с глубиной пока определюсь. В общем, здесь глубина невеликая, что-то вот это мне не особо нравится. Не знаю, сейчас посмотрю, будет здесь что-то ловиться или нет. Наверное, перееду я все-таки, потому что уж больно мелко здесь. Там глубина может быть чуть больше метра. Не пойдет такая глубина. Сейчас глянем, что с поклевками будет. Но вообще, конечно, весной воблу мы здесь ловили. Хватало этой глубины. Сейчас наконец-то первая поклевка на опарыша. Кто-то подергивает. А так прям вообще тишина. Не знаю, может, конечно, к вечеру будет получше. Думаю, может, пока и правда змея погонять. Вот здесь плещется хорошенько он. Не знаю. Может, и что-то как-то слабенько поклевывает. Но. Интересно, что за рыба. Я думаю, крупная уже давно бы утопила. Есть, взял. Блин. Гад. А так интересно, я забросил. Лягушка приземлилась. И он сразу, смотрю, из кушаров выскочил и туда. Я раз камеру включил. Прям сразу же отреагировал. Вот что случилось с лягушкой. Ну что, чувствую, надо переключаться на змееголова. Сейчас, наверное, одну удочку уберу, одну оставлю, потому что за двумя поплавками следить тоже сложно. Опять ветер начинается. Какой-то он весь побитый, непонятно. Затрёсся. О, видите, как трясется. Так, ну чё, отдавай. Лягушку-то отдай. Блин, я нормальные плоскогубцы не взял. Как вот мне ее вытаскивать? Я даже не пойму, где крючки, сверху или снизу. О, рот открывать не хочет. О, блин. Блин, чувствую, лягушке хана. Ага, понял. Да, такие мощные челюсти, конечно, у него. Это просто капец. Ой, ё-моё, что, на берег плыть, что ли? Нереально просто. Смотрите, сколько там зубов. Ай, все, хана лягушке. Сейчас все перервется. Об зубы. Да уж. Блин, непонятно, как вытаскивать. Чувствую, надо плыть на берег. Ой, блин, не, ничего не получится у меня здесь сделать. Все, перевернул. Вон, поплыву на берег, там сниму. Ай.
Да, лягушки хана, блин. Вот этот, конечно, жестко цепанулся. Ничего не скажешь. Такой вот быстро отдышался. Взял, взял. Опа, есть. А, все, сошел. Блин, как он красиво взял. Не заснял я. Блин, сошел. Все, лягушка воды набрала, тонет. С прыжком, короче, вылетел аж. Вот это красота, конечно, была. Но неожиданно. Я уже сколько забросов сделал. Вообще тишина. О. Выжил он ее. Да уж. Неожиданно. Я не смог подсечь. Леска расслаблена была. И я когда дернул, получилось, что я просто выбрал вот это вот кольцо, блин, из плетни. Ну, нормальный был тоже. Не могу понять, взял, нет, да, взял. На, нафиг. Ай, да, опять сошел, да что такое, леска, плетенка перепуталась. На катушке, да ё-моё. Блин. Сходят, сходят с этой лягушки. Потому что она уже, блин, нерабочая нифига. И крючки затупились у нее. Если каждого вытаскивать, да, конечно, было бы весело. Но они не берут на другие лягушки. На те лягушки, в которых я уверен, что буду, блин, сразу подсекать и вытаскивать. 100%. На них внимания не обращают почему-то. Вот именно вот эта белая лягуха. Рабочая. О, кстати, вот шевелится, надо присесть. Я уже с этой лягушкой что только не делал. И крючки ей разгибал немного, чтоб лучше засекался змей. Она начала потом траву цеплять. Я их назад загнул, короче, эти крючки. Короче, когда вот далеко происходит поклевка, не просекаются, сходят. А вот если вот так вот поближе ко мне, то вот тогда, конечно, я засекаю. Это все вот момент подсечки именно. Роль играет. Порой приходится два раза подсекать аж, ну. Почему не получается просечь? Змей, когда хватает, он начинает в бок тащить лягушку. Я же жду какое-то время. И получается, вот за это время, которое я жду, он создает дугу такую из плетенки. Я начинаю делать подсечку, и я как раз вот эту дугу выбираю, а подсечь не удается. Вот в чем все дело. Я теперь стараюсь сперва подтянуть до упора, а потом уже подсечку делать.